čia? Da, man fost la primăvară, primăvară am fost. Puteți să mă duc, o să mă gândesc. Te poiești și în втором туре на выборах? А, нет. Почему? Не интересуюсь просто политикой, вот и все. Как бы не знаю даже, кто дебютировался. Вы пойдете на выборы? Конечно, пойду. Мы граждане, нам надо голосовать. Обязательно. Святое дело. Я думаю, это каждого гражданина, это его прямая обязанность. Да, конечно, обязательно. Честь и импортант. Ну, потому что это наше будущее, будущее наших детей. Мы возмущаемся все, многие возмущаются, но при этом не ходят на выборы. Значит, нужно идти и сделать свой выбор, чтобы не возмущаться потом. Да. Почему это важно? Да чтоб кончились уже, на что деньги тратить зря? Чтоб быстрее кончилось, вот тут надоело. Магнитку вот скорее. Не в курсе. Вот я наблюдателем была, вроде все нормально, а тут раз резко сняли. Нейтрально. Я не хочу влезать прямо в политику. Как бы я в этом плане все поверхностно сужу. Поэтому у меня нет образования политолога, поэтому я не могу судить, правильно или неправильно. Это, во-первых, незаконно. А во-вторых, люди за нее уже проголосовали, она не имела права снимать их со второго тура гонок. Я считаю, что это безобразие, в прямом слове. Почему? Ну, потому что так не делается. Если мы едем в Европу, так называемую, так давайте будем нормально жить, а не перебирать один другого. Все можно делать до выборов, до того срока, который оговорен, месяц. После этого святое дело, только решают голосующие. В Бельцах произошло следующее. Голосующие изъявили свою волю, раскрыли, как говорится, свои предпочтения, и вдруг бац, эти неугодных кандидатов убирают. Может быть, это где-нибудь в Зимбабве, возможно, но мы демократическая страна, которая куда-то там стремится, и делать такое, это недопустимо.